Знание – сила. Данная аксиома работает во всех сферах нашей жизни, и техника продаж, и продажа техники – здесь не исключение. Мало обладать теоретическими знаниями, нужна практика. Добрый день, я Эли Ларсон, и это новости Кайман. Казалось бы, еще совсем недавно мы работали здесь со снегоуборочной техникой, а уже весна, распустились листочки, и сегодня мы тестируем машины, которые пригодятся для сада, огорода и даже для субботника. Коль, расскажи поподробнее, как проходит сегодняшнее обучение? Ну, и не только сегодняшнее. Ну, у нас сейчас обучение, ну, как бы, больше, чем зимой. Вот, потому что, как бы, ну, как правило, наша техника, она используется в весенний, там, летний, осенний период. Вот, то есть сейчас у нас продавцы, как бы, выезжают уже, как бы, с ночевкой на два дня. Вот, то есть первый день у нас была станция мотоблоки-культиваторы, ручной инструмент «Кайман» и была станция опрыскивателей. Вот, то есть сейчас у нас, как бы, второй день обучения, то есть у нас сегодня измельчители разного уровня сложности, вот, то есть станция по аэраторам у нас работает, тоже там разного класса аэраторы мы показываем, станция мотопомпы и станция бензиновой ножницы для обрезки живых изгородей. Вот, это то, что касается сегодня. А на лето у нас запланировано очень большое обучение, вот, то есть, где мы будем показывать наши садовые трактора, наши газонокосилки, наши косы, вот, то есть нашу, ну, летнюю технику, основной, как бы, наш ассортимент. То есть там, ну, будет достаточно большой тест-драйв. Привет, скажи, пожалуйста, что все-таки важнее для продавца, знание техники продаж или знание самой техники? Оба этапа одинаково важны. Ну, конечно, очень важны знания самой техники, потому что потом будет легче применять в технике продаж. Ну, я не могу, честно говоря, что-то выделить, потому что одно без другого невозможно. А вот, чтобы продавать, нужно знать, как это делать, но нужно знать, что ты продаешь, поэтому совмещение того и другого – это оптимальный вариант. Я думаю, важно и то, и другое. То есть это как тандем. Знание техники продаж и техники. Без одного другого не бывает. Ну, я думаю, что теория, они должны быть в совокупности с практикой. То есть сначала должна быть теория по-любому, чтобы знать, что и как, и закрепить тему, это, естественно, практика. Ну, я думаю, что одно без другого не работает. То есть, как бы, знание техники помогает им, как бы, ну, разобраться в ситуации, а технология продаж помогает им, как бы, ну, более качественно общаться с клиентом. Александр Викторович, как вы считаете, для продавца все-таки что важнее, знание техники продаж или знание самой техники? Вы знаете, важно, конечно, знание техники, потому что человек приходит в магазин, приходит к продавцу за консультацией, и нужно ему дать правильную консультацию, что именно ему необходимо. А дальше уже знание продавца по коммерческим вопросам. Но база – это знание техники. Надо помочь клиенту. И когда продавец сам занимался этой техникой, да, сам с ней работал, он знает ее нюансы, он может выступить в роли партнера нашему покупателю. Просто по-другому профессиональную технику нельзя продавать. Ее нужно продавать со знанием. Исключено продавать ее, когда ты дилетант. Кстати, чтобы стать сертифицированным продавцом техники «Кайман», нужно сдать экзамен в нашей онлайн-академии «ЮНИСО» и пройти практические занятия не менее 100 часов, а это, поверьте мне, немало. Так что к мнению наших экспертов можно и нужно прислушиваться. Вот такой вот интересный репортаж у нас получился сегодня. И действительно, знание – это сила. А с техникой «Кайман» знание – это сила в квадрате. Желаем всем отличного весенне-летнего сезона, хороших продаж. С вами была Элли Ларсон. Пока!